у нас продолжаются соревнования. На поле вышли команды «Транскредит» и «Промсвязьбанк». «Транскредит» играет в форме темно-синего цвета, «Промсвязьбанк», соответственно, в бело-оранжево-синей форме. Уже и те, и другие сегодня провели определенное количество матчей. Одни лучше, одни хуже. Сейчас я вам расскажу, как сыграли соперники по данному поединку. «Промсвязьбанк» начал сегодняшний день с феерической ничьей против «Газпрома». 4-4 закончился этот матч, но, судя по всему, игра значительно промсвязьбанковцев измотала. Потом было поражение от «Альтаира» со счетом 0-4. «Транскредит» встречался с «Газпромбанком». Очень вязкая была игра, очень долгая, я бы даже сказал, тягомотная встреча с минимумом опасных моментов. У «Транскредита» был в самой концовке встречи, вот буквально за 20 секунд до свистка, единственный реальный опасный момент, который реализовали футболисты. Благодаря этому удалось одержать победу с минимальным преимуществом. Шумаев сейчас будет выполнять угловой. Вернулся он в этом сезоне в состав после достаточно большого перерыва, связанного с травмой. Посмотрим, встречались ли эти команды ранее. Особенно нас интересует, встречались ли они в данном сезоне. Да, не так давно у них прошла встреча со счетом 1-0. Тогда победу одержал «Транскредитбанк». До этого в основном к ним удача и склонялась. Это весенний турнир по мини-футболу. Тогда победа со счетом 4-0, ничья 1-1. Весной 2012 года они играли. Победа «Транскредита» со счетом 4-0 и 5-0. А первая встреча датируется новогодним кубком 2011 года. Тогда победа со счетом 2-1 была зафиксирована. Смотрим, что будет сейчас. За «Промсвязьбанк» несколько тревожным, потому что действительно сил сегодня было потрачено феноменальное количество. Хватит ли их на этот матч или нет? Ну, давайте разбираться. Егикян Арсен потащил мяч по центру. Ну, не получилось забить в этом моменте. Ну, пока не начались какие-то суперактивные действия, давайте обратимся к составам. За «Промсвязьбанк» играют сегодня голкипер Андрей Губанов, 15-й номер Сергей Чалый, 23-й Алексей Борисов, 11-й Максим Яцык, 18-й Арсен Егикян, 4-й Виталий Турула, 9-й Александр Дронов, без номера играет Игорь Бредихин, 3-й Александр Недзельский и 12-й Михаил Кочетков. Выступают за «Транскредитбанк» голкипер Александр Рыков, 3-й номер Константин Ермолин, 7-й Михаил Геневец, 14-й Виктор Дергунов, 10-й Дмитрий Шумаев, 17-й Антон Ряхин и 85-м числится у меня до сих пор, уж не знаю почему, Семен Абанин, хотя он играет под номером 6. Вот сейчас как раз до него мяч дошел. Ну, как дошел, так и ушел. Главой подает «Транскредит». Ничем опасным не заканчивается. Рыков будет навешивать. Нет, не будет навешивать. В отсутствие и Бонадысенко, и Хамидуллина. А
Ошибка при вводе мяча с линии поля. Заступ опорной ногой за линию. Ну, просил Аманин в этом моменте пенальти, но в действительности не сбивал его голкипер. А вот здесь нарушение правил было. Страктовано оно как срыв атаки, желтую карточку получает. 12-й номер. Промсвязьбанк. И штрафной будет. До ворот дистанция очень большая. Но здесь можно постараться как-нибудь интересно разыграть мяч. Хотя, с другой стороны, дистанция большая. Можно постараться закрутить мяч в ворота. Как раз места для кручения хватит. Ну что ж, первый момент опасный около ворот Транскредита, и счет становится 1-0 в пользу Промсвязьбанка. Ну, может быть, сейчас начнутся остальные активные действия двух команд. С центра поля Транскредит начал. Еще одно нарушение правил. Первый фол, кстати, у Транскредитбанка, у Промсвязи 2. Нарушение правил теперь. Сравнились команды по количеству фолов. Штрафной. Отодвинута стенка на положенную дистанцию. Отсюда вполне может быть нанесен удар. Ну нет, разыгрывали комбинацию хитрую. Оранжево-белые банкиры. Хороший момент, и Шумаев делает счет равным 1-1. Не успевает Рякин к мячу. Расстроен сам. Первый тайм до сих пор идет. Напомню, счет 1-1. Абсолютно равная игра. Равенство даже по нарушениям правил. Хорошая была передача, осмысленная на Рехина. Рехин не пошел на штангу. Тайм-аут.
продолжим сыграть. Еще 10 минут есть у Промсвязьбанка и Транскредитбанка для того, чтобы заработать 3 очка вместо одного, которое будет заработано, если счет не изменится. Составы команд не поменялись. Может быть, изменились пятерки, которые продолжают эту встречу и находятся на поле. Но с этими изменениями будем мы разбираться по ходу матча. Недельский появился. Вот недавно мяча коснулся он. Рыков подсказывает сейчас защитникам, как именно нужно действовать. Дальний заброс, но Рейкин заметно ниже Арсена Егикяна, который, будучи защитником Промсвязьбанка, передачу Рыкова прервал. Нервная получается игра, при том, что как-то действий мало, таких моральных сил тратится очень много. Рякин рвется вперед, сбили его там, как мне показалось. Желтая карточка должна быть показана, если действительно срыв атаки. Ну да, действительно желтая показана и штрафной. В стенку приходится удар Абанина. Атака очень быстрым темпом шла мимо ворот. Еще одно нарушение. Четвертый фол у Промсвязьбанка. Еще один фол допустим. Все следующие будут наказываться 10-метровыми ударами. Еще один удар Абанина. Не попал он. На Недзельского заброс был. Постоянно команды теряют мяч, поэтому до опасных моментов дело и не доходит. Недзельский. Рыков все видит. И все просто было для него. Геневец. Абанин.
Набанин в последних матчах стал самой главной ударной силой, в том плане, что ударов больше всего он выполняет. Пятый фол у Промсвязьбанка. И, кстати, здесь фолить было совсем не обязательно. Фол в атаке. Но всегда считается излишеством определенным. За все следующие фолы Промсвязь будет наказан 10-метровым. Еще одно нарушение правил. Да, и мяч будет установлен на 10-метровую отметку. Орехин у мяча. Рядом со штангой мяч пролетел. 1-1 по-прежнему счет. Продолжается серия ошибок в исполнении тех и других. Ну вот единственное объяснение, которое мне в голову приходит насчет отсутствия формы футболистов и большого количества ошибок, это то, что погодные условия так негативно сказываются на игроках. Действительно, сегодня погода за окном весь день отвратительная. Постоянно темно, такое состояние вечных сумерок. Ну, во время этого матча солнце ненадолго выходило, но это такое исключение, которое подтверждает правило. Сейчас все обратно становится на круги своя. Потому что другие какие-то объяснения найти тяжело были. Неплохие матчи. Поединок Промсвязьбанка и Газпромбанка я уже огромное количество раз отмечал. Но в целом все остальное очень далеко, качественно от того, что мы привыкли наблюдать на наших соревнованиях. Шумаев. Какой великолепный момент, блестящие забросы. Шумаев выводит Трансредитбанк вперед. 2-1 становится счет. Неожиданный удар для вратаря. И за счет этого лидерство получает одна из команд. Мне кажется, что уже до финального свистка осталось времени совсем немного. Ну, матч по темпу игры, по количеству ошибок и массе сумбура напоминает встречу Транскредитбанка и Газпромбанка. Напоминает еще и то, что Транскредит в концовке забивает мяч, который выводит команду вперед. Транскредит берет тайм-аут.
Продолжилась встреча. Транскредитбанк пошел в атаку, хотя мы ожидали как раз ответа от Промсвязи. 2-1 закончилась эта встреча.